Всем привет, любителям хардкора, с вами Валерий Хаус, и мы начинаем предотвращать вторжение инопланетян на Землю, а именно проходить игрушку под названием C12 Final Resistance. Вот, вы говорили, что игре стоит уделить внимание, но я буду играть в нее первый раз. Еще вычитал такую интересную штукенцию про эту игру, это то, что Final Resistance входит в список одной из немногих игр на PS1, которая переведена не фанатами, не подпольным путем, а именно профессиональными актерами. Я думаю, из этого выйдет даже очень прикольная штукенция. Вот. Ну и посмотрим, что она из себя представляет, эта игрушка. Ну а если вы первый раз посетили мой канал, тогда незамедлительно подписываемся, вот, ставим палец вверх, отписываемся в комментариях, чтобы не пропустить действительно атмосферные, настоящие прохождения игр разных платформ и жанров. Ну а мы начинаем. Так, новая игра. Поехали. Посмотрим. Так, дневник Гришима. Вопреки всем трудностям, доктор Картер наконец закончила кибернетическую модификацию лейтенанта Вогина. Насколько мы можем судить, имплантант прижился и функционирует нормально. Воу-воу-воу-воу, куда побежала эта строка-то эта? Так, прокрутка. Где там мы остановились? Имплантант функционирует нормально. С некоторыми оговорками. Ценность этого прибора в условиях реального боя еще не подтверждена, а его влияние на внешность очевидно уже сейчас. Я уже не раз ловил себя на том, что не могу долго смотреть на лейтенанту в глаза, мое внимание постоянно отвлекает мерцающий имплантант или, что еще хуже, шрамы вокруг него. Сам лейтенант воспринял свою новую внешность без всяких оговорок, что делает ему честь. Вогин более чем подтвердил свою боевую ценность, завершив операцию по спасению майора Картера, и меня из крайности возмущает его подход к тактике. Во-первых, эту операцию вообще нельзя было проводить, во-вторых, из всех ее участников уцелели только Вогин и я. Люди лейтенанта были перебиты, а Дэна так и не нашли. Заметим, что Дэн приходится мужем доктору Картер, который в скором времени предстоит оперировать самого Вогина. Ситуация, скажем так, щекотливая, и выхода из нее я пока не вижу. С момента вторжения пришельцев мы терпим поражение за поражением. Наши бойцы храбры, и только пришельцы обладают огромным технологическим превосходством и применяют самые невероятные виды оружия. Они используют против нас даже наших собственных солдат, попавших в плен и подвергшихся хирургическому вмешательству вкупе с промывкой мозгов. Вот так. Наше хваленое ядерное оружие здесь бесполезно. Применив его, мы уничтожим в первую очередь самих себя. Недавно доктор Картер пыталась убедить меня, что нам нужно сражаться против пришельцев их же оружием. Мне предложили опуститься до того, чтобы превратить своего лучшего бойца в ходячего мутанта. Я так полагаю, это наш герой. С этической точки зрения это совершенно недопустимо, но кажется, у нас нет другого выхода. Поехали. Окей, Вогин, перейдем к делу. 5 часов назад пропала связь с одним из наших форпостов. Разведгруппа, высланная нами узнать, в чем дело, бесследно исчезла. Твоя задача — узнать, что с форпостом, найти разведчиков, вернуться и доложить мне. Все ясно? Да, сэр. Что меня там ожидает? Киборги. Много киборгов. Еще пришельцы. Их тарелки летают повсюду. Я думаю, перемещаться по городу лучше всего по старой железной дороге. Простите, сэр, но лейтенанту пора на выход! Удачи, Вогин. Я буду следить за показаниями твоего импланта вместе с доктором Картер. Мы будем с тобой, насколько это возможно. Добрый вечер, Элли. Если понадобится информация о противнике, обращайся ко мне. Спасибо, доктор Картер. Что ж, пора идти. Вогин вышел. Так, новое задание у нас. И давайте посмотрим управление.
Понятно, двигаемся так. Это у нас удар. Присядочка, двигаться можем, да, в присядочку? Как он ходит. Так. Вот, вид от первого лица даже у нас есть. Правда, целиться только можем. И все, да? Здесь у нас понятно. Так, а здесь у нас инвентарь, да? Оружие, силовой клинок, редкое оружие, взятое с трупа элитного бойца пришельцев. X фехтование, нажав X, вы произведете рубящий удар. Чтобы выполнить серию ударов, нажмите X несколько раз. Понятно, это как обычно в слэшерах такая фишка. Предмет у нас пусто, сообщение пусто. Так, задание. Разведка выполняется. Найти фортпост и пропавший патруль. И карта. Понятно. Так, кстати, да, сохраняться я буду использовать CFTate, или как он так называется, потому что эмулятор у меня категорически отказывается сохранять на карту памяти игры. Вот. Но чтобы было по чесноку, то я буду сохраняться в тех местах, где это требует игра. Ну что, давайте. Что нам делать? Здесь у нас... Так, а прыгать мы можем? Нет? У нас не прыгает, да, герой? Прыгать не умеет. Только в присядочку ходит. Отлично. Смотрите, все разрушено, руины везде. Пришельцы постарались на славу. Так, что-то у нас... Клинок пришельцев, который ты держишь в руках, очень мощное оружие. Он создает силовое поле, особенно эффективное против киборгов. И даже, если повезет, против самих пришельцев. Вот так, да? Это мы учтем. Так, куда нам идти? Здесь что у нас? Здесь у нас пусто. Понятно, в двери он не входит. А можем тут кататься, перекатываться как-то, не знаю. Нет, да? Похоже, нет. Ну давайте двигаться дальше. Чтобы вызвать список предметов и заданий, архив сообщений. Понятно, это серия. Клинок пришельцев, как... Понятно. Можно просмотреть, если пропустили сообщение, можно просмотреть его. Ой. Обжегся. Немножко обжегся. Воу-воу-воу-воу! Нападают. Давайте. Так, R1, чтобы захватить цель. Понятно. Так, я не понял. Мы же обожглись, а что у нас в жизни целые? Восстанавливается само, что ли? Пулемет, смотрите, пулемет лежит. Отлично. Не разбиваются? Нет, не разбиваются. Находка, пулемет. Так, L2, сменить оружие, понятно. У нас есть пулемет, отлично. Всем пришельцам придет сейчас конец. На охоту вышел главный герой Воген. Суперсолдат. Вычитал то, что да, здесь еще в этой игре взято многое из Siphon Filter. Что-то сломало там космический корабль. О! Целимся, а можем, да? Вот так. Смотрите, нам показывают даже его характеристики жизни 100%. Дистанция 19 метров. Используется в строительстве, оснащен мощным сварочным аппаратом.
Сварщик. Ты у нас сварщик. Так. Здесь не пройти. Я так полагаю, из... Ну, еще живой. Из Сайфл Филтра взято здесь немного управления. Я так полагаю. То, что чем-то похоже, да. Так, патрончики. А, они еще исчезают, смотрите. Надо еще успеть взять. О, привет. Давай-ка мы тебя сейчас нахлобучим. Не входит никуда, да? Так. Здесь у нас вход есть. Так, здесь мы оббежали, получается, с другой стороны. Здесь пусто. Ништячков никаких нету. Печалька. Так, Central Station, центральная станция. Давайте зайдем, взглянем, что за центральная станция. О, бежит, бежит. Похоже, они уничтожили систему питания железной дороги. Попробуй найти и запустить запасной генератор. Так. Стандартные процедуры в игре. Найти и запустить реактор. Говори. Райли, это устройство достаточно мощный инопланетный щит. Будь осторожен, он может выдержать лишь ограниченное число попаданий. Скорее всего, причина в аккумуляторах. Если ты найдешь запасные аккумуляторы, щит будет работать дольше. Отлично, щит. Это наша защита получается. Здорово. Так. За стенкой, что ли? А это что? Точка сохранения. Отлично. Нажимаем Save State. Ибо у нас не сохранится игра. Будем считать, что мы сохранили на карту. Так, что у нас здесь? Здесь у нас пути перегорожены, все перегорожено. Что это? Чтобы ухватиться за ящик, нажмите X и удерживайте. Давайте попробуем. Чтобы толкнуть или подтянуть ящик, используйте кнопки. Так, я понимаю, нам сюда надо. Чтобы залезть на ящик, используйте... Оооо, это что было? Зачем я это нажал? Я на эту кнопку нажал. Мы еще можем смотреть, гранатами какими-то стрелять. Блин. Бегает он, конечно, резко. Чтобы воспользоваться лестницей. А, о. Ну, лезь, карабкайся, давай. Управление, конечно, не ахти. Ой. Что-то не успели подняться, уже что-то сломали. Так. Давайте-ка его загасим. Отлично. Генератор у нас тут сломан. О, здоровец. Здоровье это хорошо. Так, что у нас здесь? Чтобы нажать подсвеченную кнопку, нажмите X. Что надо? Я не помню. Ой. Понажимали что-то.
задание выполнено. Неплохо, Воген. Батончики. И все. Неплохо. Чтобы включить вид от первого лица. Райли, еще о твоем импланте. Он может предоставлять информацию об окружающих объектах. Сфокусируй имплант на каком-нибудь предмете, и ты получишь его описание из базы данных. Целый дом разрушили. Так, там не пройти, да? Окей. Тут я смотрю. У нас электричество здесь тоже, наверное, не пролезть будет. Потому что у нас током. И что делать? Что там? Разрушенный проход. Разрушенный проход. Не знаю. Ничего я не знаю. Может, двери какие заходят? Блин. Кнопка действия и кнопка выстрела на... Все на одну кнопку сделано. Это плохо. Не так настоком шандарахнет, да? Воу-воу-воу. А, нет? Давай, забирайся. Воу-воу. Я так и знал. Я так и знал. Кабельный вот. Вон оно чё. Вон оно чё. Как же сразу-то не додумался. Да залазь ты. Да, управление, конечно, корявенькое. Ну что ты не лезешь-то? Лезь давай. Ну залазь ты на эту... Да. Главный герой у нас с какими-то отклонениями. О, появились тут у нас... Ну, с этими разбираемся быстро. Берем здоровицы. Все, да? Давайте сохранимся. Так. Что нам получается сюда, да, надо? Куда-то поехали. Воу-воу-воу. Там надо было нажать, наверное, на щит. Так, куда-то приехали. Не, ну пока ничего так, ничего, игрок. Как ты? Эти твари, они напали на госпиталь. Мы попытались отбиться, но не вышло. Наверное, они решили, что я мертв. Они перебили всех раненых, я видел, как... Спокойно, солдат, держись. Сейчас я найду немного морфина и займусь тобой. Осторожнее, сэр. Эти твари, ну киборги, они все еще там. Так, новое задание. Предмет, выделенный предмет в мигающем тексте, приведите к открытию списка предметов.
Выполняется. Форпост выполнено. Помощь солдату. Оказать помощь раненому бойцу сопротивления. Окей. Нужно найти морфин. Так. Ну, ящики, походу, здесь не открываются. Так, как там залазить? Чувак, я тебе сейчас... Киборг-строитель используется в строительстве... А, сварочный аппарат. Таких мы знаем. Чувачок, я тебе сейчас лапу отстрелю. Отлично. Воу-воу-воу-воу! Ай-яй-яй, целься ты на него! Что ж ты будешь делать-то? Блин, покромсал-то нехило нас. Вон аптечку вижу. Так, что это за шум был? Двери открылись. Окей. Патроны. Пропуск пришельцев какой-то. Какой-то новый, да, пришелец, походу? Требуется пропуск пришельцев. Отлично. Так, давайте сначала аптечку возьмем, там где-то видно было. Тут еще что-то. Так, пропуск требуется. Находка, аптечка. Так, давайте вернемся к солдату. Дадим ему аптечку. Вот и все. Ох, спасибо. В Воген-базе в секторе 34F найден человек. Нужна помощь. Прошу выслать медицинскую бригаду. Я разведгруппа 2. Высылаем. Отбой. Они скоро придут. Все будет хорошо. Ты ничего не знаешь о разведгруппе 1? Извини. Нет, ничего не знаю. Эй, чуть не забыл. Возьми этот ключ. Он от хранилища. Там есть вещи, которые могут тебе пригодиться. Спасибо тебе. Удачи. Так, нам дали пропуск. Идем. Я так полагаю, это пропуск от той двери, которая закрыта была. Тут еще лифт у нас. Да что ты, управление еще не привык. Так, взяли здоровье. Патроны. Давайте посмотрим, что у нас тут в лифте. Ничего. Райли, это патрульные роботы пришельцев. Они плохо видят в темноте, но оснащены чувствительными датчиками движения. Советую тебе избегать их. Заметив тебя, они наверняка поднимут тревогу. Вот так, да? Даже стелс есть. Отлично. Щит. Можно сохраниться. Оп. Вижу тут. Чувачков. Так, одновременно щит и стрелять.
стрелять нельзя, да? Понятно. Ну, там еще гуляют двое. Так, сейчас мы вас. Не опасно, давайте взорвем. Нормально вообще. Что за жесть? Так, а наверх не запрыгивает? Воу-воу-воу! Да, жесть, что-то кромсает здесь нехило. О, там еще чувак стоит. Давайте-ка его. Он нас, походу, не видит. Блин. Надо ж так в столб. Да, сдохни, сдохни. Есть. Так. Логин. Проход заблокирован. Нужно взрывать. Отправляйся в сектор 35F. Там велись пиротехнические работы, и на площадке наверняка осталась какая-нибудь взрывчатка. Ну а почему с танка-то нельзя шмальнуть разок? Так, что там у нас наверху есть что-нибудь? Не вижу. Окей. Отлично, здоровье взяли. Ну, еще здоровье, отлично. Столько танков. Раз шмальнул в эти. В стену в ту. И все, делов-то. Так. Еще какую-то взрывчатку искать. О! Вижу пулемет. Как я рад вас видеть, сэр! На нас напала целая куча мутантов! Они чуть не растоптали нас! Да, Хэдсона и Дэрроу больше нет, но слава богу, мы разобрались с детонатором. Хорошая новость. Теперь надо вытащить вас отсюда. Райли Базик, как слышно? Слышно хорошо, прием. Нашел разведгруппу 1. Пришельцы держат их за силовым полем. Попытаюсь его отключить. Райли, мы уже сталкивались с такими полями. Это поле отключается с помощью особой карточки. Найди старшего киборга. Вероятно, карточка у него. Вас понял. Отбой. Сэр, группа киборгов недавно спустилась на нижний уровень. Окей, сидите тихо. Я на разведку. Ждите. Так. Значит, получается, нам надо найти какую-то карту, что ли? Чтобы отключить поле и выпустить солдат. Окей. Давайте сделаем это. О! Еще здоровье, отлично. А, это мои шаги. Я думал, еще кто-то бегает здесь. Так, получается, нам сюда. Есть.
Так, группа киборгов здесь у нас спустилась. Мочим, мочим. Так, умри. О, пропуск. Отлично, пропуск мы нашли. Что дальше? Так, это мы оттуда пришли. Что еще у нас здесь есть интересного? Ну, похоже, что ничего. Идем дальше. Так, пропуск, наверное, сюда, да? Отлично. Так. Мы оттуда, да, пришли? Значит, нам сюда. Воу-воу. Так, тихо. Замолчи. Так, кто следующий? Да что ты там? Застрял-то. Так, что-то я не понял. Я сделал круг какой-то непонятный. Куда идти-то? Да что? Нет. Куда идти? А. Так, оттуда мы пришли. Идем сюда. Там у нас ничего. Идем сюда. Так. А, да ладно. Закрыли. Ха-ха. Значит, им не надо попадаться, этим чувакам. Надо тихо пройти, чтобы их... чтобы они тебя не заметили. Так, активируем и давайте попробуем. Давай, беги. Ничего не вижу. Как меня бесит камеры в таких играх. Ни черта не видно. Так. Так. Бежим. Присядем. Так, ждем.
Сейчас он пролетит. Давай, пролетай. И за ним, за ним, за ним, за ним, за ним бежим. Сюда. Так. Сюда. Давай, 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 давай. Оу, е-е-е. Отлично. Так. И вот это, я понимаю, включатель. Отключатель, то есть, этих. Требуется пропуск пришельцев. А у нас есть. Я уж испугался. Спасибо, сэр. Возвращайся на базу и сиди тихо. Посмотрите, давай как они радуются. Давай сюда, детонатор. Вот. До встречи на базе. Удачи. И еще раз спасибо. Отлично. Снова сделали благое дело. Так. Они что-нибудь здесь оставили. И ни черта они не оставили. Давайте пойдем сохранимся. Так. Точка сохранения у нас там была где-то. Что, и на этом я заканчиваю, наверное, посмотрели, что вообще из себя представляет эта игра. Вот. В принципе, пока ничего такого. Ну, в принципе, не то, что ничего такого. В принципе, то, что можно поиграть, можно попроходить. Вот. Ну что, кому понравилось, ставим лайки. Пальцы вверх. Не забываем. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте, про группу я уже говорил, там у нас не чисто моя группа, а библиотека летсплееров, там вы найдете кучу всяких прохождений на любой вкус, заходите, подписывайтесь, вот, и оставляем комментарии, я со всеми прощаюсь, всем до новых встреч, всем хардкора, всем пока!